это обычная детская горка. Эта горка может быть опасна. Выключи камеру. Ты чё, блин, не трогай камеру. Не делай этого, ну хватит. Хватит, прекрати. Он сейчас пропасть может, это, блин, не шутка. Спускайся вниз, кому ты чего хочешь доказать? Ничего, это все из-за вас. Алло, Эвера, и прямо сейчас 12 часов ночи, и мы собираемся проверить, работает ли SCP-горка-пожиратель в Москве. Ребят, просто посмотрите, вот мы сейчас находимся рядом с этой горкой, какая она огромная. Горка находится прямо в центральном парке в Москве, и здесь, когда мы приходили сюда днем, здесь было очень много людей. Ребят, мы приехали сейчас по координатам одной из горок-пожирателей. Просто посмотрите, что здесь. В сердце Москвы она находится, и мы сейчас наблюдаем, как катаются здесь дети. И днем все выглядит достаточно безопасно, но мы придем сюда ночью. Люди ночью обычно пропадают. И мы решили прийти сюда ночью, потому что ночью эта горка может проявлять более магические свойства, чем она проявляет днем. Ребят, вот просто посмотрите, там вот люди шастают. Вы видите, как их много? Я не знаю, нам сейчас подходить к каждому и говорить, что, ну, как бы, эта горка опасна. Типа, уйдите отсюда. Они подумают, что мы психи какие-то, мне кажется. Можно ними просто сначала проследить, в каком положении они едут. Ведь эта горка пожирает людей только в том положении, когда вы едете лежа на животе, руки по швам и головой вперед. Саш, что происходит? Ребят, хватит. Стоп, 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 стоп. Что происходит? Почему нас ломают? Проходите, пожалуйста, вот туда дальше. И не надо... Подожди секунду. Когда мы начали записывать это видео, на горизонте появилась пара неадекватных людей, которые в дальнейшем начали до нас жестко докапываться. Я на такое не подписывал. Смотри. Успокойся, пойдем на горку кататься. Нет, смотри, смотри. Ты слышишь, что они говорят вообще? Я вообще не понимаю, кто это. Про эту горку. Мне абсолютно все равно, кто это. Мы идем кататься. Нет, подожди. Да, блин, мы просто снимаем видео, вы можете тебя дальше пойти. Хотите кататься, ладно? Нет, нет, но... это уже вопрос принципа. Почему мы не можем кататься? Подожди, что они нам говорят? Почему мы не можем кататься? Потому нет. Что эта горка может быть опасна. Какая опасность? Нет, ребят, это обычная детская горка. Нет, конечно. Ребят, эта горка может быть необычной и не совсем детской, потому что она... Да хорош, что ты объясняешь, ладно, блин, нет, давай, нет, секунду, да. Это дело принципа, я не да пойду. Какой принцип, блин, нет, дайте, подожди, просто спасибо, пойдем, пойдем от них, все, да, уходим. Давай, давай реально так. Нет, подожди, да. За что вы идете за нами, отстаньте от нас вообще. Ну, ребят, ну, зачем вы это делаете просто? Чего делаем, давай, может, чего за нами привязались? Зачем вы копались реально, ну что, что это происходит? Свободный, классный, нет. Я хочу скилфать. Давай ты съедешь, давай. Я хочу посмотреть. Подожди, что подожди происходит, секунду. Пожалуйста. Я просто слышал, что они говорят про эту горку, и мне это не нравится, потому что это неправда. Говорят. Они мало выложат ли потом это в интернет, и люди это посмотрят. И... Насколько я поняла, этот человек видел когда-то наши ролики на YouTube, и его этот факт не совсем устраивает, то, что мы снимаем про горку пожирателя. Кстати, все видео с горкой пожирателем вы можете посмотреть в плейлисте по ссылке в описании. Вер, пойдем отсюда, блин, они достали, да, вообще, да, какую-то... Ребят, они гонят просто пургу, они гонят дичь, понимаешь? Слушай, забей на них, пойдем нет, кататься. Это дело принципа, реально. Ты какой, отстаньте от нас, блин, нет, вообще. Так, сейчас, заткнитесь просто, кажется, перестаньте, выключи просто камеру. Да в смысле, блин? Заткнитесь, подожди, не трогай камеру, это что такое, блин? Нет, нет, секунду, так нельзя. В смысле, подожди, не трогай камеру. Хватит. Слушайте, мы сейчас к охране просто пойдем с таким... Нет. Что ты хочешь от нас? Я хочу, чтобы вы просто закрыли это все. Нет, подожди, не подходи к камере. Я тебе сейчас, я серьезно. Что ты хочешь? Девушка, вы можете своего молодого человека, блин, унять? Вообще, что это происходит? Я хочу, чтобы мы уже съехали нормально, покатались на нем. Все, пойдем. Саш, иди сюда, пожалуйста. Просто иди сюда, не надо, блин, там стоять с ними. Пойдем, Вер, блин, ты чё? Стоп! Не, подожди! Хватит! Ой, хватит! Ты чё, блин, не трогай камеру. Все. Что ты хочешь добиться вообще? Что ты делаешь? Мне это бесит. Мне это бесит. Слушай, это в смысле, что тебя бесит? Что тебе надо от нас? Я не понимаю, кто это. Почему ты до них докопался? Что они тебе сделали? Ну просто снимают что-то, как арайся, пошли катаются. Ты слышал, что они говорят? Слушай, я не знаю, что ты там вообще видел или не видел, и что тебе надо там доказывать или нет, но эта горка может быть реально опасна. Ты, если не веришь, ты можешь сам пойти проверить, но эта горка может сожрать тебя. В чем опасно? Это обычная горка, посмотри. Нет, блин, это не обычная горка. Если ты в ней съедешь в определенном положении, лежа на животе, руки по швам, а голова вперед. Вот если ты в таком положении съезжаешь по этой горке, есть шанс, что ты пропадешь. Охренеть, Макс, ты реально веришь, что это бредня? Конечно, нет. Но это полный бред. Это ну все, ну блин, ну ребят, ну бред, ну давайте идите отсюда, как бы и все. Ну серьезно, чего вы, если не верите, к нам пристали? Да вы к нам пристали. В смысле? Мы пристали, мы стояли, снимали видос, не надо тут говорить, да, что типа... Да, но вы снимаете неправду. Реально веришь в это? Ты сомневаешься, потому что это обычная горка? Ну, конечно, но обычно посмотри на нее. С чего?
Обычная металлическая горка. В смысле, необычная она? Ну вы что, мы как бы думаете, прикалываемся, что ли, или что? Нет, блин, меня бесит тоже. Реально, горка в ней пропасть можно. Ну серьезно, вы издеваетесь, да? И вы еще не верите, еще пытаетесь нам убедить какой-то фигне. Я готов поспорить. Слушай, у нас есть куча видео на канале, реально, где мы показывали, что это горка. Хочешь, я могу даже статьи показать, где написано про эту горку. Все просто. Как это все происходит и так далее. Хочешь? Я готов поверить в это только в том случае, если я сам попробую. Ну, в смысле, ты что? Ты хочешь пропасть? Зачем тебе это надо? Я готов поспорить на большие деньги, что я не пропаду. Потому что обычная горка. Макс спорит на горку. Я тоже готов. Я за. Давай. На сколько спорим? Давай на 5000 поспорим, что ты... Ну, без проблем просто, да. Легкие деньги, а что? Нет, вообще, если честно, я не хочу, чтобы... деньги. Нет, я не хочу, чтобы туда кто-то специально ехал. Но если уж ты горишь так желанием, то пожалуйста. Меня реально выбесил этот чувак, и я хотела взять его на понт. Потому что мы с Сашей до конца не были уверены, что эта горка действительно SCP, и мы надеялись на то, что она не сработает. Я абсолютно уверен, что это безопасно. Это обычная горка. Окей, хорошо. Прямо сейчас происходит момент, когда мы... Не надо, пожалуйста, так жестко сжимать мою руку, молодой человек. Я на эмоциях, извини. Мы сейчас спорим на 5000 рублей, что этот человек пропадет в горке, если он проедет в определенном положении. Давай, я разбиваю. Не, окей, а что, типа, кто нам бабки отдаст? Он пропадет и все, типа. Ну, значит, мы не отдадим. С меня, что ли, бабки получается? Ладно, давайте мы просто проверим, а потом разберемся, окей? Это как бы все весело, эти споры и шутки, но просто ты пропадешь и все, и как бы, и что, мы будем виноваты в смерти, что ли? Ну, мы идем туда или нет? Спасибо. Меня, честно, Макс, меня что-то смущает, что за странный блогер, что это вообще за канал? На самом деле, Саша был прав, то, что нельзя рисковать жизнью человека, чтобы проверить эту горку. Но я, честно, была уверена в том, что этот человек просто никуда не поедет, потому что он испугается. Ведь если он видел наше видео на канале, то он должен понимать, что там действительно может пропасть любой человек. Почему они так уверены в том, что пропадешь? Смотри, это обычная горка. Это обычная горка. Да я вижу, но почему они так вызывают нас? Ты же не хочешь идти, да? Макс, я конечно, на самом деле, кто-то испугался. Да, я... Макс, ты что передумала? Зачем нам это нужно вообще? Обычная горка, посмотри, ничего страшного в ней нету. Ну а куда ты идешь? Вот этот лестница, типа. Ого, это вот лестница. Это лестница. Ну ладно, я готов рисковать своей жизнью. Я бы даже на лестнице рискнула лезть на такое. Нет, что, я не знаю, ну ты серьезно, мы дадим просто так вот ехать, а если реально это горка пожиратель? Просто, ребят, мы как бы не 100% уверены, но как бы. Мы не уверены, ладно, а есть мы шанс. Сразу говорим, что типа мы не уверены, мы здесь первый раз, мы на ней не катались, мы не знаем, да, здесь катается народ. Может быть, это не так, но мы не катались в определенном положении на ней. Да, так то есть надо именно съехать, и как бы руки по швам, головой вниз и на животе. Но мы в Турции катались, в Турции это работало. Мы знаем, или нормально покататься, погулять. Мы знаем, что такое реально существует. Дальше ваше дело, верить или нет. Мы уже далеко зашли, и я готов рискнуть, потому что я уверен в своей правоте. Все. Это принцип. Че, мы просто тупо его отпускаем, и все. Почему нет? Человек хочет покататься на горке. Почему ты не... Все, бред, хайпов, какие для каких-то... В смысле, а ты готова просто так вот своего... Это твой парень? Конечно, типа, или... нет, я не готова, Макс. Давай ты здесь останешься, и мы нормально покатаемся без них нахрен. Диана. Что за бред? Кто это вообще? Ты меня знаешь, я такие вещи не прощаю просто, я не могу просто уйти. Мы далеко зашли. Ну чего ты рискуешь? Подумай, нахрена нам эти 5к? Это не из-за денег, понимаешь? Это из-за принципа, потому что ребята, они заблуждаются. Принцип, блин, ну посмотри видосы. Эту горку построили для детей, чтобы они развлекались. А они говорят, что там дети пропадают, понимаешь? Дети. И, я не знаю, люди пропадают. Мне страшно, мне не хочется это видеть даже. Ты просто послушай эту ахинею, которую они говорят. Просто бред. В смысле, почему ты так уверен, что это ахинея? Ну, потому что это... Блин, что ты пытаешься доказать? Серьезно, блин. Саш, там уже сейчас охранники ходят, сейчас нас вообще выгонят отсюда. Он не делает, ну хватит. Ладно, не переживай, все сделаем. Я боюсь. Слушай, блин, останавливай его, если он сейчас полезет, он реально сейчас умереть может. Зачем вы вообще издеваетесь над людьми? В смысле, над какими мы не издеваемся? Вер, блин, он сейчас, понимаешь, он пропасть может. Какой-то вход вообще нормально, нет. Я серьезно говорю. Когда он уже начал подниматься вверх, я поняла, что он не испугался и нужно что-то с этим делать. Нельзя его туда отпускать. Я говорю, он сейчас пропасть может, это, блин, не шутка. Ладно, возвращайся, пожалуйста, как там тебя зовут, я не знаю. Пусть он вернется, скажите ему, пусть он вернется нормально. Давай назад, реально. Я не могу на это смотреть. Давай назад. Я не могу. Эй! Я вам всем докажу! Вернись! Вернись обратно! Блин, Саш, ну сделай что-нибудь, может быть, ты полезешь за ним? Что происходит?
происходит? В смысле, что я полезу? Как я его держать буду? Правда, если она правда настоящая. Если бы не пришли, мы нормально здесь проводили время. Макс, стой, вернись. Блин, Саш. Вы готовы? Да слышь, чел, ну давай ты обратно полезешь. Конечно, вернись, пожалуйста, спусти. Вдруг я его больше не увижу. Перестань верить в эту хинею, не надо. Может, он еще в другом положении съедет? Подожди. Чел, иди сюда, реально, это не смешно. Что бред вообще происходит? Встретимся. Да, охренели, что ли? Чел, блин, ты серьезно сейчас или что? Охренеть, это какая-то огромная просто загогулина, да, я не знаю, что это. Расслабься. Стой, да он троллит, блин. Да я не знаю, конечно, ты его, знаешь, но... Что надо делать? Макс, остановись, спустись, пожалуйста. Саша, он залез на самый верх. Ты готова это увидеть? Конечно, нет. Я вам всем докажу. Каждому. Ну, чел, блин, давай спускайся вниз. Кому ты что хочешь доказать? Саша, ты... Он лезет в голову. Мне реально страшно. Я не знаю, что делать. Макс, спустись. Ты можешь нормально спуститься по той же лестнице. Стой. Каждому докажу. Каждому. Стой, хватит. Прекрати. Мне страшно. Ладно, он поехал. Блин, он едет в горки ведь. Давай там его встретим. Давай внизу встретим. Пойдем. Где он? Я не могу. Подожди, его серьезно нету, что ли? Его нет, его нет. Он угорает. Подожди, он спрятался, блин, в горке просто. Ты где? Почему уже прошло больше минуты? Да он просто в горке, блин, спрятался и все. Я тоже так делал. Горке? Я над верой прикалывался. Вот уже должен быть по инерции проехать вниз. Эй, парень. Парень, ты здесь? Ты где? Где? Что это все за бар? Какой у вас нахрен канал? Что вы за блогеры тупые? Не могу. Что делать? Он прикалывается. Давай я слажу сейчас наверх. Я отвечаю, он там сидит в трубе вверх. Ну, блин, серьезно. Ну, не мог он так пропасть. Ну, ребят, это, блин, бред какой-то. Ну, давай. Что, мне слазить? Да. Для тех, кто не в курсе, у нас появился новый мерч с горкой-пожирателем. И если вы хотите стать частью нашей команды, то переходите по ссылке в описании прямо сейчас и заказывайте этот офигенно качественный мерч. Слушай, я сейчас слажу наверх, он там сидит, блин, в этой трубе, он прикалывается просто. Я тебе... Какой прикалывается нахрен? Как можно в этой трубе сидеть? В смысле, ну просто он затаился, блин, и шутит, и все. Он типа хочет выиграть спор, я не знаю. Пропал, мне нужно срочно в охрану, мне нужно... Так, на рюкзак. Так, давай я слажу. Позови охрану, пожалуйста, я не знаю, что делать. Если человек пропал, мы пропали. Ребят, я лезу в эту горку. Реально, на самом деле, сейчас. Вера, я наверху. Эй, чел, ты где? Ты здесь? Тут нет никого в этой горке. Вера, реально нет никого. Можешь трубу покричать? Саша, можешь проехать? Вер, нет никого в трубе, что делать? Ты можешь проехать ногами вперед. В смысле, чтобы проверить, есть он здесь или нет? Да, может он там сидит. Эй, чел, если ты там, то вылазь, пожалуйста. Слушай, я тебя слышу. Хочешь, я включу сейчас фонарик мобилы, чтобы ты... Давай. Чувак. Ребят, я снимаю. Видит, Саш, я не знаю, там он или нет, короче. Слушай, я снимаю, тут его нету точно. Ну, блин, она просто огромная, ты понимаешь, что сейчас... Да, я понимаю, что она огромная, мне, блин, стрёмно самому вниз ехать. Блин, если он пропал, Саш, это жесть. Ты понимаешь? Да я понимаю. Что, мне ехать реально? Ну, только ногами вперед, пожалуйста. Я понимаю, я... Я тебя прошу, Саш, пожалуйста, без приколов. Да без приколов. Все, я еду. Там же сейчас его девушка просто в истерике. Ну все. Его нету, блин. И как это вообще произошло? Да я хз, Вер, его нету, ты понимаешь? Ребята, набираем 100 тысяч лайков, и мы попробуем найти этого человека с помощью экстрасенса. Обязательно нажимай на кнопку подписаться прямо сейчас. Следующее видео выйдет на канале Алекс Амарал, и увидимся снова, пока.